Вот, все, что пересекается, все, что растет внутрь, если две ветки растут параллельно, мы выбираем какую-то одну из них. Я, помимо прочего, помимо параллельности, обращаю внимание, если я выбираю какую-то одну из двух веток, то я смотрю, какие почки на этой ветке, на каждой. Если здоровые, сильные, я вижу, что это цветочные ветки, то я, соответственно, оставляю их. А тонкие, слабые я удаляю. Вот это вот у нас внутрь кроны растет. И какая-то бестолковая ветка без цветочных почек. Здесь нам еще нужно вот эту вот поросль убрать, околокорневую. Нам здесь вот этот дополнительный ствол не нужен. И еще у нас это яблоня будет скоро колотиться в сайдинг. Чтобы этого тоже не происходило, и мы оставляем туннель. У нас здесь эксплуатируемая отмостка, мы ее оставляем. Да, вот в прошлом году, видимо, я обрезала. Так вот ветки пошли. Надо будет сейчас вот еще вот эту часть веток тоже обрезать. Когда мы обрезаем ветки, мы создаем направление движения, куда дальше будет расти крона. Допустим, вот эта вот ветка, она растет внутрь, да? Но у нас с этой стороны крона достаточно свободная. Соответственно, я могу обрезать вот эту ветку на таком уровне с тем, что вот крайняя почка, она будет расти. Мы всегда, когда обрезаем, задаем движение будущей кроне, да? То есть, если я хочу, чтобы растение, дерево росло вверх, то я обрезаю боковые. Если я хочу, чтобы оно росло в сторону, как здесь, если бы я обрезала вот на этом уровне, ветка туда, все, дерево туда пошло, и оттуда много веток. Если в эту сторону, здесь у нас много пространства, поэтому я задаю направление сюда. Здесь вот я обрезаю, мне не нравятся совершенно такие спящие почки, лиственные, ну, как волчки их называют в простонародье. Здесь я вижу хорошие цветочные почки. Я убираю лишнюю нагрузку с дерева, и вот здесь вот здоровая ветка пойдет. Вот у нас пошло пересечение, я делаю вот так вот. В эту сторону у нас пойдет рост. Вот пересекаются, смотрим, чего мы хотим. У нас здесь много места, да? Мы можем вот сюда направить движение. Мы всегда смотрим, куда будет дальше расти дерево. Нам не нужно, чтобы эти со временем ветки пересеклись. Мы задали рост, направление роста. Вот это явно лишнее, хоть она такая плотненькая. Но вот очень большая нагрузка из трех веток на этот узел. Я одну убираю. Она не нужна здесь. Вот это вроде внутрь растет, но здесь места много, и смысла убирать нету. А вот, допустим, вот эту внутреннюю я убираю вообще без болезней. Вот здесь вот слишком много подряд несколько веток, они нам не нужны. Они идут на пересечение. Вот это внутрь абсолютно пустая ветка. И еще такой момент. Не бойтесь убрать лишнее. Деревья очень быстро отрастают, очень быстро. Но если вы раньше брали тоненькую веточку, на ее месте быстро много что вырастет. Если вы несколько лет не делали обрезку, то остаются очень толстые ветки, стволы разваливаются, и более болезненно проходит обрезка для дерева, когда дерево уже старое. Я очень часто еще смотрю на срезы веток, параллельно мониторя состояние дерева, нет ли каких-то болезней. Потому что если темная древесина, это значит, что болеет чем-то дерево, значит, на нее в сезон надо будет обратить более пристальное внимание. И это все внутренние ветки я убираю. Ну, кстати, я далеко не все волчки, не все бесплодные убираю ветки. Если я понимаю, что лет через 5 мне, из того, что я вижу, нужно, чтобы эта ветка плодоносила, она через лет через 5 будет плодоносить. Поэтому я не все убираю. Все зависит от того, что я хочу получить.
там, через 3 года, через 5 лет от дерева. Если я знаю, что я буду ездить сюда регулярно, те же самые вишни, то я стригу по принципу. Семечковые, яблони, груши обрезаются через год. Косточковые, вишни, черешни, сливы, персик обрезаются каждый год. Поэтому если я езжу каждый год на участок, хотя бы раз в год, я спокойно делаю правильную классическую обрезку. Да? Если я знаю, что я на этот участок вот один раз приехала и неизвестно, приеду я на следующий или через год, то я стараюсь убрать чуть больше, потому что это все равно отрастет, и дерево заполнит пустоту. Да, по поводу высоты. Значит, я взяла эту длинную клешню крабовую. По классике говорят, что нужно боковые убирать, побеги. Но я знаю, что нам нужно ограничить это дерево в высоту, в росте в высоту. Поэтому мы будем, наоборот, обрезать таким образом, чтобы дерево формировать рост ее в сторону. Так, здесь я увожу дерево от дома. Поэтому я обрезаю таким образом, чтобы ветка ближайшая шла в сторону от дома. Вот таким образом. Конечно, пойдет еще проснуться почки, они пойдут, но через какое-то время. Здесь две параллельные, одну из них я убираю. Здесь их аж три. В одном пучке делаем реже, больше света. Я не хочу, чтобы дерево росло здесь вверх. Пусть растет в сторону. Здесь двойной, с легкостью убираю верхушку. Там никто не будет собирать плоды. Они рискуют загнить зимой там, прям на дереве. Сейчас 17 марта сегодня, на улице 0+2. Идеальная погода для обрезки плодовых. При желании, если есть больные деревья на участке, их также можно обработать, например, бордоской жидкостью, железным купоросом. Вот, мы на этом участке обрезали яблоню, чтобы она не стучалась со временем ветками по корпусу дома, по сайдингу. Когда она стучится, мало того, что она создает лишний звук, она еще и происходит натирание веток и травмирование. Это открывает ворота для микробов и вредителей. Ну, собственно, это одна из причин, почему мы обрезаем растения. Сокращая массу веток, мы обеспечиваем больший доступ света к плодоносящим веткам. И больше получают они воды и питательных веществ. Я могу говорить долго.